Ну что, на месте в городе Консагуэра. Ну, название здесь напишу. А сегодня мы здесь увидим, что замки и мельница. Местечко, где мы припарковались. Наша небольшая банда. Ну и все достопримечательности находятся вверху. Вверху. Трогаем. Поднимаемся наверх. Наш маленький верный друг. Да, вот и маленькая наша банда. Мама где-то сзади. Идет. Можно было и на машине, но все-таки решили идти пешочком. Где? А, да, в этом месте. Очень красиво выглядит этот городочек. Вот так это. Он уже виднеется. Идем на вершинку. Поднимаемся наверх. Там будет бидончик. Маленькая проблема, на Люсю напали репихи, вернее, она в них влезла. Так получается, Соня? Да. Все. Ну, жара дает о себе сегодня 35 градусиков. Давай, залазь. Как ты не затянешь? Затянешь? Да, давай сама залазь. Догнать моих почти невозможно. Фух, жарко. Жарко, жарко. Люся, ты все же? Тебя несут туристы, мой маленький. Хватало еще тебя нести. Тут папа еле метется. Ты же мне показываешь дворец этот? Ну все. Да, иду. Вы где, мои красавицы? А, все, вижу вас. За вами не угнаться. Куда идем, дворец или мельница? Дворец. Все, идем в дворец. Маленькая передышка перед подъемом в замок, да? Все. Ой, тяжко это все. Основной наш товарищ. Испанцы. А вы идете? Конечно. Все увидим. Короче, подъем в замок только с группами. Индивидуальные походы невозможно. Ну, насколько мы их поняли. Только группами. Ну, наверное. Сейчас покажу прикол. Вон там вдали, где стоит машина, стоит автодом крутой. И не квадроцикл, а багги. То есть приехал в город, на номерах себе спокойно ездишь, как в кабриолете. Ну и можешь погонять по полям. Круто. Знают испанцы толк в отдыхе. Все, Соня, обошли, все, идем к машине. А ну какая красота. Какое впечатление, что будет. Намечается дождик. Такой видончик.
Ребят, ну залазитесь. Сейчас мы пока обедать будем. Это просто круто, когда ты имеешь такой офигенный автодом и автомобиль сзади, который ездит как по городу, так и по бездорожью. О, мои товарищи, на пикничок, да? Пикник? Давай. Папа, открой мне водичку. Сейчас открываю. Мама.